Установка. Боковой дефлектор 2D от компании Стрелка 11 на Kiel Stinger. Вот так они выглядят, плоские. Вот приклеивается по плоскости. Зиком так вот. Дается салфетка. Обрабатывайте там, где вы клеите. Начинаете. Снимаем здесь защитную клепку. Переднюю часть. Нижний вниз, верхний вверх. Задняя часть. Вниз, вверх. Начинаем клеить. Задней части передней двери. По верхней кромке идем и по боковой. Здесь у нас шипленка, мы можем прислониться. Вот так вот. Спокойно прислоняем. Берем полотенце или тряпочку и уже именно где будем клеить. Там и нажимаем. Ну, одновременно, конечно, протираем от следов. Вторая часть также выглядит. Снимаем защитную пленку. Передней части и задней части. Ровно смотрим на дефлектор и также приклеиваем. Также здесь смотрим по верхней части. Протираем и приклеиваем. Также есть третья часть, она продается отдельно. Она уже для красоты. То же самое, смотрим по верхней части и идем. Она здесь немножко винтом идет. Ничего страшного не будет, она хорошо приклеивается, ничего не отлетает. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя стрелка11.ру. Прямые ссылки на сайты товар находятся под видео.